Активисты подают обоснованные жалобы на факты избиений при демонстрациях, на произвольные задержания. Однако удовлетворение таких жалоб единичны. А дел, возбужденных против сотрудников и привлечение их к уголовной ответственности за содеянное, нет вообще. За прошлый год мы зафиксировали некоторое снижение количества административных арестов. Однако проблема произвольных задержаний все так же актуальна. И даже несмотря на то, что через месяц будет приниматься решение о продлении санкций в отношении Беларуси или не продлении, последние акции оппозиции, которые прошли в сентябре, были разогнаны особенно жестоко. Еще одна проблема, которая, как мы считаем, требует международного внимания, это содержание в тюрьмах в Беларуси. Практически ни одна общественная организация не имеет доступа в тюремные учреждения, и эта сфера остается без какого-либо общественного контроля. Мы считаем очень важным создание наблюдательных структур, которые с участием представителей общественности, которые могли бы контролировать условия содержания в тюрьмах Беларуси.